Чемпионат «Молодые профессионалы» должен иметь максимально практическое применение. Это особенно важно для Тверской области. Многие промышленные предприятия, которые испытывают кадровый голод. Данные соревнования являются одним из способов решения проблемы. Такое мнение высказал губернатор Игорь Удэни, комментируя значение турнира для региона. Это площадка, где и работодатели, и потенциальные специалисты могут обменяться мнением, где они могут найти друг друга. Ну и, соответственно, это возможность руководителям профессиональных учреждений образования тоже сделать корректировки своих образовательных программ, посмотреть относительно того, как надо организовывать процесс, какие специалисты в какой области представлены, и они там могут в том числе поделиться своим опытом профессионального роста. Я думаю, это для всех полезно.